عادي خايك سنة مبالغة مبالغة. Ренка, восстановите контакты на контуре с помощью МВП. Это даст нам время. Боже мой, вы
и совсем не постарели. Поразительно. Думаю, вы уже поняли, что история изменила свой ход. Миром правят русские, а Демичев стал генеральным секретарем. Позвольте показать вам, что случилось после того, как вы вытащили Демичева из пожара. Lass mich rüber, ich weiß. Демичев. Получить МВП, как только я его изобрел. Он потребовал передать ему устройство для опытов. Когда я отказался, он обвинил меня и всех, кто меня поддерживал в предательстве. Как видите, ход истории изменился, но его можно исправить. Нам поможет сингулярность. С ее помощью Демичев пришел к власти, а СССР разросся на весь мир. Уничтожьте сингулярность в прошлом, и ход истории изменится. Но уничтожить сингулярность может только предмет равной мощности. Бомба Е-99. Мечта Хрущева. Она находится на грузовом корабле, утонувшем в порту во время взрыва сингулярности. Но не будем забегать вперед. Спуститесь на лифте к старой железной дороге. Доброе утро! Навести друга! Ступайте, спуститесь на лифте к старой железной дороге. שיח לסגי איך איזה דאצ' היית בניחה תגיע, אז תפולטיקה שתר עמוד קייס ומחה ועצמות שם עוד עבד שרדה עוד רס נשא גליה כשו דאצ' היית תפולטיקה אקס שום עלה וגריס
стрелял цепи, а нас. Давай, тебе давай. Эй, полезай, какой вариант? Я реберни Руцариан. Ренка, ты меня слышишь? Ты живой? Ayrı çıkardı öyle aldık, öyle mi öyle? Niyeyse bu öyle, sıra. Şimdi tamta dönelim.
Оскар, да? Люди Демичева атаковали башню. Кэтрин отвлекла их, а я перебрался сюда. Мы были на волоске от провала. Поднимайтесь, нужно многое обсудить. Поднимайтесь, Кайя. Çıkaram ak tutu da tavır. Titanra. Сюда. Есть разговор. Время поджимает, капитан. Удача девичьего становится все туже. Скоро он вас поймает. Идите по этой ветке, она приведет вас в порт. Там вы найдете бомбу Е-99. С ее помощью мы исправим ход истории. Капитан, проход перекрыт. Но если вы спуститесь по этой лестнице, то сможете починить кран. Тогда я переброшу вас на ту сторону. Черт, девичьим знает. Yeah. Что вы здесь? Быстрее, почините кран, я переброшу вас на другую сторону.
по этой лестнице и почините кран. Еще не идет, я кого-то на одном этаже. Чините кран! Другого пути нет! Почините кран, я переброшу вас на ту сторону. Мы в ловушке! Помогите, я под обстрелом! А смысл я начал тебя ловить? Убейте его! Вам нужно починить кран. Сейчас я подведу кран. Будьте осмотрительны, капитан!
сейчас цвардо. Ай, сам не усвод заново. Путь к железной дороге оказался дольше, чем я думала.